Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. И у нас в работе кожаная курточка. Готовимся к весне. Уже начинаются у нас кожаные заказы всевозможные из более легкой верхней одежды, скажем так. Наша задача увеличить ее в размере. Она сейчас на манекене размера нашей клиентки. И наша задача, мы подобрали кожу, такую уже идеальную по тонам, цветам. И наша задача сделать вставки таким образом, чтобы увеличить курточку и сделать объем спины шире. Как видите, вот если по полке еще больнее, то по спинке сильно затягивает. И на клиентке то же самое. Плюс у нас здесь еще у клиента больше сутулость спины. От этого, естественно, ширины надо и требуется еще больше. Поэтому наша задача увеличить ширину спинки, ну и объем в целом. Не говоря про то, что она не любит таких приталенных, заталенных силуэтов. И надо сделать более ровненький. Подкласс здесь у нас стоит синтетический шелк, но красивый. Подобран хорошо, стильно очень. Курточки освежают ее. Посмотрим, может, мы заменим, потому что... Посмотрим, какая разница в размерах, и от этого уже будем ориентироваться, менять нам или что нам с ним делать. Наша кожаная куртка готова после нашего ремонта. Как видите, фасончик остался все тот же, но прекрасно свободно сидит на наш тот же манекен 54 размера. Вид сбоку. И вид сзади. У нас немного есть у клиента сутулость спины на лопатках, поэтому куртка посажена под этого человека. Как видите, спиночка свободна. Боковые тоже. Поднявший рукавчик, покажу, как это выглядит сбоку. Мы довели кокетку, с кокеткой стыковали. Естественно, мы увеличили рукав тоже, так как нам было надо увеличить рукав на 6 сантиметров. Как видите, здесь все у нас отлично. Так же самое, мы просто перекроили нижнюю часть рукава. Кожа у нас идеально попала в цвет. Совпала шкурка с этой кожей по тону, по фактуре. Как видите, вот сблизка покажу, эта кокетка новая, увеличенная шириной спины и на сутулой сделана. А это старая кожа, по фактуре идеально подобрана, все в тоне. Нам достаточно было одной шкурки кожи для того, чтобы увеличить всю куртку. Мы вставили бачки, заменили кокетки и заменили нижнюю часть рукава. И, конечно же, мы заменили подклад, поставили новый, так как тот уже и полез, и в то же время увеличить невозможно. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на звоночек, чтобы получать наши новые видео. До новых встреч!